Здравствуйте, 2 октября, второй лунный день, созвездие Адия с элементом Земли. День высших сил, благоприятен для духовной просветительской деятельности, освящения, открытия священных объектов, ритуалов по отношению к элементу огня, домашнего очага, проведение праздников, радовать людей, создавать лекарства, принятие их, устранять негативные проявления, конфликты, разрешать их. Ребенок, родившийся в этот день, будет точки духовно богатым, без стремления к наживе, способный ясно отражать все свои мысли, сострадательным, понимающим родных и близких. День неблагоприятен для установления фундамента, определять место строительства, проводить лечение как прижигание. Благоприятен для людей, родившихся в год курицы, коровы, неблагоприятен годам тигры, обезьяны, свиньи. В Елгинском Цукчундуане хоров Харзе, Бомбалхаможен Зацикюсаны и Таунхан, защитники семейного очага. На Верхнем Березике в Дунгурдуане, также в Харзе Зацикюсаны, Диважен Дуване, Очуване Сунды. Будьте достойными.